Крыму не осталось ни одного полностью обесточенного населенного пункта. Об этом сообщили в МЧС. В республику продолжают доставлять генераторы и другое оборудование. А кроме того, туда направлен мобильный госпиталь. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, он оснащен всем, что нужно для диагностики и лечения пациентов. Есть даже операционная. Кроме того, в ведомстве заявили, что в случае необходимости готовы эвакуировать всех наиболее тяжелых пациентов в федеральные клиники. Тем временем в условиях энергоблокады полуостров наращивает собственные мощности. Готовится к подключению свыше 200 дополнительных котельных. До конца следующей недели в Крым прибудут танкеры с топливом.